Самым эффективным способом решения вопроса является обращение с исковым заявлением об установлении суммы алиментов и принуждение к их выплате в суд. Рассмотрением таких вопросов занимается мировой судья. Если бывший супруг имеет постоянную работу, то после принятия судом решения исполнительный лист будет направлен по ее месту, и уже работодатель будет перечислять установленный судом процент от заработной платы на счет бывшей жены, либо последняя непосредственно будет получать установленную сумму по месту работы супруга. Сложнее обстоит дело, когда бывший муж не имеет постоянных источников дохода. Суд в любом случае обяжет его платить алименты, но это будет уже не определенный процент от доходов, а фиксированная сумма. Каким образом супруг будет изыскивать денежные средства, это уже его проблема. В случае невыплаты алиментов исполнительный лист будет направлен для принудительного исполнения к судебным приставам, которые возбудят исполнительное производство и будут взыскивать сумму алиментов с бывшего супруга принудительно. Если у супруга доходов нет, судебные приставы вправе арестовать его имущество, впоследствии его реализовать и за счет этого погасить задолженность. Если вы хотите быстро похудеть или набрать мышечную массу, привести свое тело в порядок, зайдите на сайт Athletic.blog.ru. Athletic.blog.ru – это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные диеты и планы питания. Здоровый человек успешен. Athletic.blog.ru.